Всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, и добро пожаловать на новенькую серию по новым горизонтам Грег Теха. И за кадром я сделал очень много всего, и я доволен этим. Давайте тогда потихонечку расскажу. Во-первых, я позанимался и перенес некоторые еще рецепты. Такие как контроллер на фузионку, третий, четвертый. Потом и еще позанимался этими койлами на фузионку. То есть первый, ну, два тира какие-то перенес. Там капитально нужно было много что сделать. Ох, потому что тоже сделали они небольшой такой ребрейдинг. То есть потребовался мне сейчас молотый настрал титаниум. Но чтобы его расплавить, нужна была машинка Fluid Extractor, который справился бы с тем, чтобы его расплавить. А это 2 миллиона. Для этого, конечно, мне потребовались новые нейтроновые глаз-блоки. А чтобы их делать, поставил новый солидифайер. Тоже на 524. И, ну, рядом начал расплавлять на квадах, заливать. Ну, хотя бы этим позанимался. Дальше. Проблему я одну решил. В прошлой серии я не знал, что делать вот с этим. Куда третью жидкость вставлять. А оказывается, все довольно-таки просто. Они решили эту проблемку. Я думал, что тут два рецепта можно вставлять, но нет. Тут можно просто продолжить рецепт, и это все будет записываться в один и тот же рецепт. Просто это нижняя строка. Тут еще, то есть получается 16 ячеек, и здесь еще 4. Ну, то есть, чтобы рецепты делать гигантскими. Вот. То есть я его тоже поставил, все отлично. Осталось только нам вот с этим всем поиграться. Но для этого нужна будет жидкость. Плюс еще какая-то была недостача. Если честно, он сейчас начал серию записывать, сразу из головы все вылетело. В чем проблема была? Я о чем-то говорил, и в итоге где-то был косяк, и я нашел его. Ладно, если вспомню, расскажу. Сегодня будем заниматься тем, что нам нужна жидкость. То есть мы с вами заходим, например, био... Как там называется? Вот, био-майнфрейм. И тут нам нужна жидкость Silving Solder. Сразу записываем сюда. Она у нас создается в Chemical Plant. А, вот про что, наверное. То, что тут тир 7. Ботмиум. То есть она создается в Chemical Plant в тир 7. Я не знал, что это за тир 7. Зашел в квест и нашел. Это у нас вот. Смотрим. Тир 7. Вот он, кейсинг наш. Но ту Chemical Plant, который я ставил на первой базе, я тоже постреливаю, он у нас находится на 5 тире. Да он работает там на что-то другое, поэтому я его не стал касаться. По итогу, чтобы создать вот эти кейсинги, нам нужен опять Chemical Plant тир 6. Для тира 6 это вот оно. Чтобы его создать, нужен тир 5. И именно тот самый тир, который создается просто так. По итогу опять матрешка получается. Итого сейчас нужно будет сделать аж 3 такие вот печки. Хотя можно просто апгрейднуть другие и не париться, но нет. Я думаю, что они еще нам пригодятся. Все-таки как-никак 130 рецептов. Да, пригодятся. Ну-ка. Я даже не смотрел, что тут создается. Да, скажу так, что дофига всего химии, и непонятно, пригодится вообще или нет. Наверное, все-таки я это... Ну, сделаю 3, если что, поставлю, а потом уже просто разберу, когда потребуется. Хотя, можно же друг из друга просто... Нет, 3 сделаю, все. Бог с ним. И вот тут расписано, что к чему. Потихоньку так вспомнил я об этом. Да. Еще много всего нужно будет исправить.
слава богу, пока ресурсы есть. Кстати, я поставил контроль на крафт. А что они не скрафтились? Ох ты. А что это такое? Силикон карбид. Вау. Так. Так. О, как полезно-то. Ой, она и сразу исчезла. Вон там. Ну-ка, расскажи-ка мне. То есть это уходит у нас вот сюда. О. Так. 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 То есть нам требуется жидкий силикон. Раз, два, три, четыре. Так. Чего-то не хватает. Микросхем не хватает. Да, 8, 2, 4. Опа, и правда микросхем не хватает. Так. Ну-ка, давайте подсобим чуть-чуть. Микросхемы. Так. Раньше, блин, на Декрафте не ставили. Было так полезно. Всегда были. Сейчас же не добавляла. Надо бы заняться этим. Ну, давай, одна микросхемка. Или ты тоже скажешь сейчас, я не могу создаться. Раньше просто моментально пик и все. Так. Неужели сейчас я не по-другому создаются? А, зря заменил я там. Подождите-ка. Ё-моё. Во, дурак я. Я же там тоже заменил всё. Алой. Тьфу ты. Пойду исправлять свой косяк. Я просто совсем... Я, блин, в разгаре, блин, этим занялся. И в итоге сюда просто тоже позаливал. Ой, мне солдеринг алой нужен. Вот зачем я это сделал? Ладно. Быстро всё исправляю. Ну вот, наконец-то побежала. Значит, создается вот здесь. Сейчас, пока он все это дело наполнит. Кстати, интерфейс жутко долгий. А может, что-нибудь новенькое появилось? Интерфейс. Нет новеньких пока на крайнем... Абже. Жидкость интерфейс есть! Так. Стоп. Ну, чисто просто... Поэкспериментируем. Ну да, серия не про то, но я хочу узнать. А чё его? Новенькие-то добавили. Может быть, сейчас я везде их поставляю. Так, молекулярный сборщик. Это вот это. О, как удобно. Сейчас раз так. И все готово. Так. Потихоньку все фишечки узнаю. Ну-ка, давай-ка. Хотя бы один сейчас поставить, будет интересно. Ну, давайте тогда там... Есть, и... Ну, там просто другие еще жидкости были. Сразу их поставим. Так, значит, новые интерфейсы. А таких... Ну, да, жидкостные интерфейсы лагали, поэтому... Вот и добавили на них тоже такие наши эксперты. Прикольно. Вообще интересный шут. АЕ-2 Fluid Craft. АЕ-2. МЕ декордер жидкостных пакетов. Буфер ингредиентов. Вау. То есть, типа, много разных жидкостей приходит, он куда-то отправляет. О, надо как-то посмотреть. OS Pattern Edition. Вау. А, OS. OS. Open Computer. Pattern Edition. Не знаю пока, как он мне пригодится. Но прикольно. Ну и вот ячейки новые хранения. Да. Мало пока что о них знаю, но понимаю, что они есть. Это хорошо. Так, ну погнали. Значит, мы тебя отсюда хоп. Сюда хоп. И
О. Так. Нифига себе. А что, так можно было, что ли? Полное. Полное. Ну, почти полное. Блин. Вот это он работает, так работает, это я понимаю. Вроде он все стороны нужные указал. И помимо этого он еще работает как передачу. Ой, ё-моё, как он классно, а. Свои рецепты еще можно вставлять. Предметы. Ё-моё. Ему тоже скрялки ничего не нужно. Блин. Ну, заметьте, как он быстро это все сделал. Либо тот раз в миллион лет отвлекался. То есть, по факту, мы можем сейчас везде их заменить, где они у нас стоят. И еще меньше лагов у нас будет. А от них лаги капитальные. Потому что я по консоли смотрю, и постоянно консоль ругается вот на такие блоки. А сейчас, если их убрать, блин, какая красота будет. Ну да ладно. Что там я? Микросхемы? А, там по-английски. Так. 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 Блин, уже долго идет эта серия. Ну да ладно. Ну и что ты на это нам скажешь? А, чё? Ну да. Их куда больше потребуется. Дело даже не в этом. О, скратил. То есть все то же самое, да, все верно. Ну давайте тогда я побольше их сейчас поставлю. Они такие уж дорогие и создаются очень быстро. Значит, с жидкостью все хорошо. Просто нужно будет поменять вот этот рецептик и добавить микропроцессор. Они тут есть. А ты какого черта их не забрал? Эй! Раз, два, три, четыре. Какого черта? То есть с ними он крафтит, но он отсюда их не хочет забирать. Может заменить тогда на другие микросхемки. Ну эти так дешево создаются. Блин. Ужас какой. Блин. Ну ладно, из-за этого, конечно, куча нового головника появилась. Ну, бог с ним. Но в итоге нам нужно будет 3 контроллера. Потом мы будем начинать с вами вот с этого. Вот. Кстати, у меня есть даже какое-то количество. Надеюсь, хватит. Я не знаю, сколько там их тратится. При этом потребуется пайп кейсинги. В душе не чай сколько. Но на 3 сделаем столько. Так, потом нам потребуется, разумеется, кейсинги. Кейсинг. И причем кейсинги будут у нас. О, надо по электричеству смотреть. Чтобы его создать, нам нужно 30 тысяч. Но. У нас главная задача это создать жидкость. Тут 4 миллиона, то есть на 8К. То есть главный седьмой тир будет у нас состоять из кейсингов на 8К. Так. Так. Так, смотрим. На 8К это у нас какой тир? UEV. То есть кастинг UEV. Они вообще у меня создаются, нет? Мне кажется. А, вот. UEV, вот. Их нам потребуется тонна. Ну, какая тонна? Только на один же. Вот там один рядом, второй, там еще. Ну, пусть будет запасом, все равно никуда, знаете, не убегут. Просто из них состоит многоблок. Почему UEV? Потому что от этого будет зависеть. Ну, потому что вот эти блоки должны быть на одном уровне с Energy Hatch, с Output Bus, там, Input Hatch и так далее. Все должно быть одного уровня, чтобы оно работало. Даже в квестбуке об этом говорится. Другие же мы можем там уже, ну, другие тиры. Ограничиться луфтиром, но мы возьмем, наверное, ЗПМ. ЗПМ будет само то. То есть, ну, пусть 130 будет. Вот, идеально. То есть те блоки, эти блоки. Тут как раз у нас пайп-кейсинги готовы.
Так. Осталось, конечно, по мелочи сейчас собрать, найти место, где это будет происходить, подвести туда электричество, подвести туда МЕ, и я включаюсь. Ну что ж, подготовил уже и площадочку, и все комплектующие. Еще раз перечитал книгу, потому что все-таки создавать output hatch и input hatch, да и, наверное, все-таки output bus и input bus, UEVTR это слишком затратно, я что-то не решился. Перечитал книгу, там написано, что тир кейсингов влияет на максимальные шины, которые можно поставить. То есть, чтобы нам поставить свой UEV Energy Hatch, нужны будут кейсинги. Если будет ниже тира, UEV Energy Hatch не заработает. А тут, ну, все остальное можно просто меньше делать. Меньше без проблем. Больше уже не сможешь. Нужно именно кейсинги менять. Такие вот дела. Так, а почему я не стал это делать? Потому что, чтобы их создать, тут нужно вот Molten Redox полимер, который охлаждается, которые создаются из титановой плазмы, из оксигеновой плазмы и радокс газа. Такой не-не-не-не-не. И все, отлично. Можно убирать. Теперь это все дело нужно будет собрать. Тут нам поможет, разумеется, скролл. Тык. И вот он нам подсказывает, как структура должна выглядеть. Буду использовать я на квадаховые алой коилы. И таких три структуры надо собрать, но с разными комплектующими. Ладно, пойду посмотрю, что из этого получится.
I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Here we go.
Но по итогу вроде подцепил. Энергия есть, жидкости приходят. Осталось только рецепт, конечно же, сделать. Потом соберем вторую, а из нее уже будем там собирать третью. Вроде все правильно сделал. Надеюсь, ничего я не забыл. Первые два крафта будут, разумеется, через интерфейс стоять. Третью уже там будет на докрафте, чтобы жидкость у меня всегда была. Посмотрим, что из этого получится. Так, что нам вообще по ресурсам потребуется для тебя? Раз, раз, раз. 1, 8, 2. Ну, поехали. 1. Кстати, вот сейчас раньше было всегда по одному добавлялось. Ага. Хм. О, через Alt. Тьфу ты, ё-моё. Ну-ка, еще разочек попробую. Сейчас, может быть, даже и разберусь. Так. Alt? Нет. Да и бог с тобой. Ладно. Просто через Ctrl все. Минус. 1, 8, 2. Проверка. Ну и все. И по идее должны получить вот такой вот блок. Я что-то ставил. Я так и не посмотрел, сколько вообще блоков-то у него потратилось. Ну так-то дофига. Если сейчас еще дофига будет тратиться, ужас будет какой-то. Ну, видимо, буду с запасом делать. Либо просто подсчитать. Так, сколько у нас тут? 7 на 7. 49 уже сверху. Ну, 84 блока посчитал. Да, было заняться нечем. Решил посчитать. 84. Машин кейсинг розовенький. Не думал, что буду вообще их создавать когда-то. А тут приперли нас к стенке. Ну, ладно, ладно. Чего не хватает? В смысле? Это как? Лаурентиум плейт. Заряжено на квадах даст. Чего? Ох ты ж. А что... А подожди, заряженный. У меня весь заряжен на квадах. Перегнался в роды? Серьезно? А нет, я через на квадры тут уже запускаю всю эту систему. Так. Как бы туда заглянуть? О! Да, на квадре. Так что куда заряжен на квадах делся? Хороший для меня вопрос. Но переработка у меня сейчас его хромает. Ладно, с ним сейчас у меня проблема. Надо будет посмотреть. Но помимо этого, сейчас надо будет посмотреть пластины. Какие-то там как-то создаются. Так. А, тьфу ты. Забываю, на какие клавиши тыкать. То есть ты... Ну, поехали. Посмотрю, разберусь. Если что, вместе все это дело соберем. И как всегда, вставляются палки в мои колеса. Блин, да ну это... А, бесит. Да, я не могу скрафтить. Не могу. Ну, точнее, он у меня ругался на инвар, а на кантал и на железо. То есть, если мы сюда с вами напишем Iron Dust, у меня его 26 миллионов. А он ругался. В итоге... Если мы сейчас... Ну, давайте вот, например, кантал тот же самый. Поставим на крафт. Он опять ругается на железо. Я все перепробовал. Но он почему-то подтягивает именно вот это какое-то из Эндерио. Там аж его типа три типа. И он никак не может обычное железо закинуть. В миксер закидывал, все идеально, все хорошо крафтится. Но почему так ругается, не знаю. Что он, что вот это... Все ругается на железо, потому что оно там используется. Почему так? Фиг его знает. Но я опять же проверил, какие-то крафты нормально используют и используют железо. Как так?
Может быть, тут я где-то накосячил. Хотя вроде бы я вот это тоже выключал. Ну, в общем, такая проблемка. Еще теперь следующая палка в колесе. Лау. То есть я поставил на крафт все и то. Но если мы так поставим, он теперь будет ругаться, потому что не хватает хениум какой-то. Так, вот сюда добавим. Что это такое? Я сидел, разбирался и пришел к такому выводу, как оно получается. То есть мы заходим сюда, жидкий вид. И через жидкий вид мы получаем через алой бластмелтер. Карбон, серная кислота, молибдениум ора. Либо шелит, либо молибденит. И будем получать его в таком виде. Потом будем его перегонять в слитки. А потом в пыльку. И только потом будем использовать. Это жесть какой-то. В итоге я остановился на шелите, сходил на вторую базу и понял, что там я не был вообще с обновления. У меня там вся руда накопилась 20, по 20 тысяч. Сейчас я, конечно, там запустил все. Не знаю, почему машинки остановились. Перестали руду перерабатывать. Но поставил в передачу некоторых ресурсов, а именно вот шелит ора такой промытый, в мою обычную систему. Сейчас он по чуть-чуть копится. По итогу нам требуется карбон. Ого. Нам требуется шелит. Так, его уже копится по чуть-чуть. И сульфур. Угу. Теперь шины. Так, я скидывал, не скидывал. О, последний остался. Шикарно. И шины экспорта предметные. Вот, как раз есть. Ладно, ускорялок возьмем. Собрал, опять же, рядом еще бластуху такую же. Сейчас ее подключим. Точнее, я тут энергию уже подвел. Получается, что? Сюда предмет-предмет, сюда жидкость. Сюда пойдет сера. Сюда карбон. Сюда шелит. Так, сколько у нас тут? 6 каналов. Не влезет один, не влезет. Но хотя мы можем тут поиграться чуть-чуть. Блин, занимался одним, перешел совсем на другое дело. Это жесть какая-то жесть. Ужас. Так, и... Оп, нет, давайте вот этого, наверное, хватит. Тогда до 8 тут подымем. Так, так. Ладно, бог с ним. Все равно еще туда. Один канал нужен будет. Так, так. Все, сейчас все закидывается. Не забываем, разумеется, про микросхемку. Так, выплевывается все в солидифайер. Вот таким вот образом. И после этого... Так, интересно, снизу смогу же, да? Ой, смогу. Но опять канал нужен. Ну давайте тогда сделаем так вот. Интерфейс. Якори. Так. Отсоединяйся, давай. Ну, блин, опять повисло все, да ё-моё. Ладно, пока тыкнем сюда. Так. Ладно, ждем. Так. Сюда, сюда. Ты опять завис. Твою налево. О, подгружается наконец-то. Так, поехали, значит. Раз. Раз. Так, ну все, канал выделили. Смотрим. А, ну, да. Сейчас надо будет подождать чуть-чуть. Экспорт есть. Есть, есть. Input hatch. А чё, почему? Давай, наливайся. Ты же уже прогружен.
Ну, в общем, да. У меня в системе нету серы. Решил пойти через цистерну. Все, сера есть. Запускаем. 4 секунды крафт. О-о-о-о. Подожди, сколько точно тут? Блин, я же подключил на... Сколько? 524... Блин, маловато. Может, на 2 миллиона перевести, чтобы быстрее было. Ой, какой геморрой с этим, а? Ну, копиться-то начало. Но, опять же, нужно ждать. Сколько я там насчитал? 78 вроде бы. Но даже так. Давайте посмотрим, сколько ему потребуется. Рениум. Не сюда, извиняюсь. То есть, чтобы сделать блок, ему нужно 8. Ну, поехали. Так. 39 слитков. Ну да, довольно-таки много. Я, наверное, все-таки поменяю это все дело. Так, Energy Hatch. На 2 миллиона. Быстрее будет. Bedrock. Только тут надо будет поиграться получше. Трансформатор, все такое, ну сами понимаете. Очень опасно. Я на всякий случай. А хотя не то. Ну ладно. Фойл. Какую-нибудь фольгу сейчас наклею. Так. Стопорнись. Это мы снимем. Фольгу наклеим. Так. Итак. Ну, теперь раз в секунду должно быть. А, ну, ну ладно, хотя бы раз в 2 секунды, хотя бы в 2 раза побыстрее будет. Ну все, пусть создается. Уже первый слиток, кстати, есть, а я забыл автоотдачу сделать. Ну ладно. Теперь просто нужно будет из этого сделать пыльку. И ждать. Еще раз ждать. Такие дела. А что вот железная пылька делать? Я в душе не чаю. Но что-то нам, но надо делать. Может, косяк сборки. Может быть, я где-то накосячил, только пока не одупляю. Ну, блин, обидно все-таки как-никак. Такие простенькие крафты и все. Я там побольше, конечно, кантала накрафтил и еще что-то там. Чтобы точно хватило. Ну, посмотрим, что получится. Вот. Моя сейчас задача дождаться. Дождаться. Пока появятся слитки. И потом скрафтить нужное нам количество блоков. А, еще заряжен на кодахом. Посмотреть, что там творится. Но это буду уже делать за кадром. Надеюсь, вам понравилась серия. Вы оценили и поставили большой палец вверх. Продолжать с этим всем будем уже в следующей серии. Так что до скорой встречи. Всем пока.